Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная беседа с Анатолием Михайловичем Кашпировским. Анатолий Михайлович, я знаю, что ваш отец был участником Великой Отечественной войны. Ну, прежде всего, все мы были участниками Великой Отечественной войны. Особенно дети войны. Они были оторваны от родных мест, разъехались по всей стране, если, конечно, не хотели быть в оккупации. Так что они испытали все тяжести войны, и голод, и холод, и одиночество, и тоску за близкими, и так дальше. Так что это одно. Для меня это самый главный праздник, который такими останется до конца моих дней. Я чту высоко этот праздник и безмерно благодарен всем тем, кто написал свои поздравления мне через все средства массовой информации. Facebook, Одноклассники, и мессенджер, и другие источники. От всей души желаю вам самого хорошего, чтобы вы никогда не знали войны. Никогда. Ни вы, ни ваши дети. Потому что это самое страшное, что может быть в жизни общества. Нас так мало всего лишь. Ну сколько нас на этой земле? 7 миллиардов. И земля такая маленькая, и мы не можем до сих пор жить одним государством. Одно государство, один язык, одни интересы, одни проблемы, одни заботы, одни победы и одни поражения. Так что вот такое мое пожелание и еще раз безмерная благодарность всем. Писали хорошо, душевно. И естественно, что это поддерживает любого человека, который является ребенком войны, каким я являюсь. Ну все, вроде бы. Спасибо всем. Спасибо, Анатолий Михайлович.